Добро пожаловать в Большая, Средняя и Маленькая Еда Челлендж. Как жаль, что у меня маленькая порция жвачки. А мне досталась средняя, и я в восторге. Девочки, вы только посмотрите на эту огромную порцию жвачки. Вот это удача. Ты начинаешь, Ким. Ну уж это я с удовольствием. Какая она мягкая и сладкая. Это настоящее объеденье. Сейчас попробую надуть пузырь. Ого, круто. Думаю, самое время его лопнуть моей супериглой. Ой, ну и борода у тебя. О нет, я вся в жвачке. Гадость. Ой, не могу, вот это умора. Это не смешно. Тина, продолжай. Как скажешь. Мне и самой не терпится попробовать жвачку. Она такая большая, что без ножниц не обойтись. Говоришь, не обойтись без ножниц? Я с тобой полностью согласна и, пожалуй, отрежу себе кусочек. Как будто бы жвачка у Тины даже вкуснее, чем у меня. Это ты что, жуешь мою жвачку? Вот тебе. Вот это да! Прикол! Ну и ну! Кейт, продолжай! Окей! Ничего себе, какая огромная и тяжелая жвачка! Вот это да! О, нет! А ну стой, стой! Куда же ты? Ну вот, укатилась! Ха, а вот и она! Тут осталось немного, но я думаю, мне хватит! Эй, а что происходит? Эй, девочки, вы что делаете? А ну прекратите сейчас же! Ладно, сейчас я проучу этих воришек с помощью пузырей. Один готов, а следом второй. Да, посмотрим на их лица, когда они лопнут. Что такое? Ой, какой кошмар! Так вам и надо, девчонки. Да уж, мой план сработал идеально. Ничего себе, как круто! Вы когда-нибудь видели такое огромное мороженое? Эх, а мне досталась совсем малюсенькая порция. Но это все-таки лучше, чем ничего. Какое же оно вкусное! Я бы хотела еще. О, Тина, у тебя такая огромная порция, может, ты поделишься со мной? Мне нужно совсем капельку. Конечно, давай сюда свой рожок. Столько хватит? О, большое спасибо! Ну, какая вкусняшка! Да, очень жаль, что оно так быстро заканчивается. Ну что, теперь мой черед попробовать мороженое. И я только что придумала, как именно я его съем. Дорогу шеф-повару, сейчас я сделаю из этого рожка настоящее чудо. Первым делом мне понадобятся сливки. А вторым – палочки в клубничном шоколаде. Красота! Но это еще не все. Следующий пункт в моем списке – это молочный шоколад. Осталось добавить посыпку и можно пробовать. Вау, как же здорово ты придумала! Большое спасибо, надеюсь, что получилось вкусно. Это просто невероятное удовольствие! Ням-ням-ням! Ну, ладно. Остановиться невозможно, просто пальчики оближешь. Не надо на меня так смотреть, Тина, лучше приступай к своему огромному рожку. И правда, я единственная, кто еще не попробовал мороженое. Вау, вот это вкуснятина! Мороженое всегда было моим самым любимым десертом. Спорим, я съем его полностью. Только без помощи рук тут явно не обойтись. Ну что ж, погнали! О, да! Это самый вкусный клубничный рожок, который я когда-либо пробовала. Просто фантастика! Как же здорово, что мне досталась самая огромная порция! Продолжаем! А с Тиной все в порядке? Не знаю, Тина, ты там как? Не отвечает. Эй, Тина, что с тобой? О, нет, она превратилась в льдышку. Кейт, доставай кирку, мы должны спасти Тину. Ну же! Да, кажется, сработало. Бррр, большое спасибо, девочки. Рады, что с тобой все в порядке. Очень холодно. У меня один киткат. А у меня шоколадное сердце из китката.
Ничего себе, какой огромный шоколадный медвежонок мне достался! Вот это удача! А у кого-то одна шоколадка. Не будем показывать пальцем. Ха-ха-ха, очень смешно. Да, у меня всего одна шоколадка, но я уверена, что она будет самая вкусная. Ну какой же это кайф! О, а из этой упаковки можно сложить классный самолетик. Да, это будет забавно и весело. Готово! Ну-ка, лети! Вау, как далеко полетел! Ай, моя голова! Я тут ни при чем. Ох, ладно, не могу думать ни о чем другом, кроме этого шоколадного сердечка. Ого, кажется, внутри что-то есть. Вау, сколько же тут шоколадных конфет! И само сердечко на вкус просто обалденное! А теперь я хочу попробовать вот эту милую конфетку. Фантик долой! Невероятно! Внутри этих конфет шоколадный крем, и он просто шикарен! О, да! Хочется еще и еще! Мой аппетит не на шутку разыгрался! Ням-ням-ням! Мне кажется, это самый вкусный шоколад в моей жизни! В этих шоколадных конфетах плохо только одно, что они очень быстро заканчиваются. Повезло, что у меня еще есть шоколадное сердце. Я почти все съела. Осталась последняя конфетка. Прошу прощения, а как это понимать? Ой, прости, Тина, я не хотела в тебя кидаться. Ладно, на обиды времени нет, потому что меня ждет этот огромный шоколадный медведь. И он, кстати, нереально вкусный. О, да, он целиком сделан из шоколада. И уши, и лапы. Вот только оказалось, что его не так-то просто съесть. Надо что-то придумать. О, знаю. Поберегись, сейчас рванет. Что? Нет! Вот это да! Ничего себе, целый дождь из киткатов! С ума сойти, какая удача! Невероятно! Девчонки, налетайте, тут на всех хватит! Большое спасибо, Тина, ты такая щедрая! Большое спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на наш канал! Ну а пока-пока и до скорой встречи!